Поставь лайк за 3 секунды, иначе ты случайно купишь попык SCP, который делает несчастную вещь каждое нажатие. Реально не играйся с этой штукой. Что ты мне дашь за этот попыт? А, нифига себе, это Among Us попыт? Ну... А. А? Добавляй. Ладно, сейчас, секунду. Вот так. Добавляй. Да ё-моё, ладно, так уж и быть, да, пожертвую давай, своим добавляй. Золотым яблоком. Добавляй. Да ё-моё, ну добавляй. Вот, ладно, вот. Добавляй. Да ё-моё, ладно, чикенбургер отдам, так уж и быть, я из Макдональдса купил. Все, да? Теперь я добавляй. Добавляй. Господи, да что это такое, это грабеж какой-то, ладно. Так уж и быть, куриный сэндвич, который я из этого Старбакса купил. Добавляй. Ой, ну этот, Subway. Да ё-моё, ну фласочка, не души. Ладно. Он очень топовый, он Господи. Дорого стоит. Ну вот, пустая банка. Рип пустый. Оригинальный попыт. Все? Добавляй. Да фласочка, я сейчас по столу бить начну. Вот, еще 3 банки. Я копил эти энергетики. Добавляй. Из этого добавляй. Можно сделать целую винтовку энергетиков. Ё-моё, ладно. Круто, добавляй. Так же быть, отдаю еще и монстр энергетика. Вот, держи. Вау, добавляй. Да, блин, ну он не столько стоит, по-любому, это уже на 1000 я тебе дам. Стоит! Ладно, отдаю последний. Это оригинальный попыт. Отдаю зеленый монстр. Вот, даже читай, какой он. Это просто жесть. Это легендарный. Смертельный энергетический. Все, теперь ты точно я получу свой попыт. Нет, добавляй. Да ё-моё, я сейчас реально у тебя не забью. Добавляй! Ладно, я тебе его не дам. У меня, короче, вот честно скажу, у меня кончились предметы, кроме кирки, но у тебя такая же есть. Так что давай ты пока у себя все оставь. И если чё, я дополню, и тогда ты мне дашь. Добавлю. Окей? Давай. Ну только вот сейчас вот я хочу просто подержать хотя бы попыт, дашь? Позже, я же его отдам сразу, я не свару, куда я сбегу. Ну, вот так можно. Давай. Да, какой же он все-таки красивый. Подожди. Попыт позера, иди в сраку, отдавай все мои предметы. Это позер, ладно, да, я ты позер. Ты позер. Это не стоит ни гроша, блин. Грош цена этой фигне, поняла? Ну что, я позер. Это стоит меньше изумруда, поняла? Все, в позерша, иди отсюда, попытерка начинающая. Так, короче, знаешь что, Флашечка, а мы, на самом деле, мы оба позеры, ладно. Я тоже плакать сейчас буду, я тоже попытер. Позер. Флашечка, мы оба два позера. Я тут как ребенок не знаю. О, смотри, продвинутый попытер. Ладно, слезы в сторону. Сейчас нам помогут. Здорово, попытер! Должны быть уверенными в себе. О, начинайте попытить Нашки, он нам говорит. И у него тут продается арбизы за 20 баксов. Вау. А где нам добыть денег? А я знаю. О, смотри, овечка. А, это просто овечка. Мне показалось, что это надутая овечка. Чики-бамбони. Так, ну деньги... Чики-бамбони. У меня есть идея. Все, что у нас есть, так это кирки. Ну, еще можно продать изумруду, но вряд ли кто-то их возьмет сейчасшними ценами. Там баксы дадут за 10 алмазов. Понимаешь, насколько все зажарабасились. Так, смотри, лодочку бери, доплывай до вот того берега. И привези мне... А, нет, мне придется обойти. Короче, плыви сама. Вот к той горе, и там будем копать. Мы по-любому там какие-то сокровища можем найти. Потому что мне всегда казалось, что вот здесь вот можно реально что-то найти. Попробуем? Сюда? Ну вот сюда. Ты слезаешь там? Я тебя долго жду. Да. А, ты уже тут! Да, я обошел. Вот это флэш. Я флэш. Можно было тоже так. Хочешь, это мой куриный... А! Ой, я упал. Я ногу! Да? Я ногу ушиб! Ты тоже ногу ушиб! Я эти тоже. Осторожно! Сейчас надо вот так вот пропаркурить. Блин, моя нога! Ёшки, матер! Давай сюда! Ёшкин кот! Больно! Мы как два бомжа просто скитаемся где-то, непонятно где. О, здорово, Лилагин! Дик его за жопку!
Ах ты, маленький. Бедный Лил Найки, ты чего его бьёшь? Он тебя тоже побьёт. Да пофиг на него, смотри. Слышь, а чё мы обратно пошли? А тут бездонная шахта, мы должны сюда пойти и заработать кэш. Что у нас там интересного? Ой. Чего? Не... What the fuck? Что это? Oh my gosh. Фласочка, это же... Ё-моё, у меня аж глаза разбегаются. Сколько крафтов? Смотри, тут попыт. Самый настоящий. Потерял это речь. Дар речи потерял. Блин, тогда попыт. Simple Dimple, нет попыт. Simple Dimple. Simple Dimple, нет попыт. А ты знаешь? Сквиз. Сквиз еще. Simple Dimple, нет сквиз. Не, Simple Dimple, Puppet Squish, Puppet Squish. И еще шарик карбизный. И еще, да, антистресс шарик простой. Блин, крутяк! А Орбис, я их так давно не видел. Я помню, какой-то ютубер снимал их тысячу раз. Валеричка, возможно. По-моему, нет, это было... Который Алиэкспресс товары проверял. Который вот похожий на... Китай-бугагай, Да-да-да, и похожий на него еще снимал, кстати. Который еще 20 килограмм с крыши скидывал, что-то такое. Вот... И еще, знаешь что, я хотел сказать то, что вот эта песня Simple Dimple, нет попыт. Это, короче, там девушку видела, которая это пела? Видела, когда раз её тикток? Нет. А у нее такие, у нее белые ресницы, не помнишь точно? Она куча точно раз такая, я дропаю трек, это дропаю трек, вот и не эта песня. Блин, крутяк. А, кстати, она еще делала, типа, зачитать на одном дыхании Simple Dimple, нет попыт полностью. Simple Dimple, нет попыт. Блин, я забыл песню, честно говоря. Маленький красивый, а попыт большой и милый. Что-то такое. А, кстати, правда, вот попыт... Ой, я знаешь, что путал? Я думал, что попыт большой, ну, в песне поется, а Simple Dimple... Ой, наоборот. Попыт маленький, а Simple Dimple большой. Оказывается, наоборот, я тупанул. Как? Знаешь, почему? Потому что я Simple Dimple представлял вот таким вот, ну, где 5 шариков, поняла? И поэтому мне казалось, что большой. Представляешь? Вот такие пирожки. Очень. Ну и что мы будем делать с этими крафтами? Здесь все слишком заворочено просто. Ты фиг такой с крафтами. Да, тут нужно сначала краски, потом блоки бетонные, орбис, где-то достать. А, у этого челика. Я знаю где! Покупителя. И еще на блошином рынке. Да, на блошином рынке все можно найти. Пойдем? Ой, давай, пойдем. Блин, а где вход вообще в этот блошиный рынок? Я что-то не пойму. Я даже не вижу, где блошиный рынок сам. Ну, типа здесь на деревьях, и также просто вот сюда проходишь и смотришь. Вот. Блин, только вот надо... Короче, давай вот так сделаем. Чуть-чуть газончика попортим. Здорово! Опачки! Опачки! О, какой крутой! А кто это у нас тут притаился? Это Морген, здорово! Слава Мерлоу. Фласочка, мне повезло, у меня одно яблоко есть, поэтому я могу разменять на 25 бочей. Да, мы разбогатели! Смотри, как там? Это новый Кадиллак, как дела? Делать деньги. Смотри, чтобы никто не подобрал, а то нам эти деньги сейчас очень важны, мы выживание бомжа в России. Здравствуй! Это же из аниме, это самое, с палочкой. Это из рассекающих демонов. Ага. За 3 бакса я куплю 64 нитки. Нормальная покупка? Нам же понадобится. Да. Для антистресса. Нормально. А это что такое стоит? Это... Это кто? Хлебушек, это хлебушек. Мистер Хлеб. Вау, блин, а купить? Ладно, давай я возьму 20 бетончиков, 2 алмаза и 6 изумрудов. Заплачу. Надеюсь, что у меня хватит на остальные покупки. Что нам еще понадобится вообще? Так, пока... Высматривай, пока что людишек. Есть кто-то еще из продавцов? По-любому же здесь кто-то должен быть. Я как житель. А где, блин? Блин, ну... Может, знаешь, что я предлагаю? На деревья забираться. Согласны? О, на деревья, да. Ну, да, типа, да, там лестницы ищи где-то. Согласны? Узнали? Да, узнали, согласны. Блин, о, смотри, здесь притаился чувак. Иди сюда. О. Кто у нас здесь притаился? Вау, сгустки слизи, там нам одна штука нужна. Можно как-то я... Ладно, пофиг, не буду зажимать. 64 слизи я взял, фласочка. Еще дождь пошел.
Весь блошиный рынок сейчас просто мокрым станет. А как забраться-то туда, я не пойму. Где лестница? Обезьянке нужно. Обезьянке? Нужно стать обезьянами. Возможно, классочка. Ну, блин, я где-то видел уже лестницу туда. Сейчас, секундочку. И еще высматриваем одновременно с этим жителей. Ой, продавцов. Может, что найдем? Во, нашел! Давай. О, ты где? А кто там? Ой, ты уже пришла? Вот сюда иди. По-моему, это вход. А, это вход прямо сюда. Деревья. Три хауса. Вау, это так круто. Хотел бы на домике? О май гад. Да, я бы хотела жить так. Паркурить тут можно. Давай успевай за мной, Фласочка, как-нибудь. Клёво. О, смотри, иди сюда. Так я уже вышел оттуда. Давай через листву. Серьезно, тут продавец. Да? Какой? Да, вот я прям тут. Ой. Блин, житель мешает. А где? Вот. Подожди. Он жраку продает. Жратва, один изумруд, два продукта. Так, нам нужны булочки. Еще булочки, пожалуйста, котлеточки. Нам, конечно же, салатик, вкусный томатик. Еще что нам надо? Все? Так, котлеты мы взяли, булочки взяли, сыр мы не взяли. Так, все остальное мы взяли. Готово. Ну тогда супер. Купим. Полноценный бургер есть. Кстати, а вот, вот держи, как бы сквиш, вот он. Вот тебе сквиш получается. Конечно, съедобный, но тот же сквиш. А я, кстати, недавно два чикенбургера схавала. Два чикенбургера? Да. Юморишь. Я гулять ходила. Обожришь. Пожрать два чикенбургера. Прикольно. А я это... О, смотри! Один у меня алмаз... просто денег не было на другое. Один алмаз и бери красный цвет. 50 в сумке у мамы. 50 в сумке у папы. У папы. Алмаз. На, держи один алмаз, братан, и дай-ка мне каждый цвет. Эй, Флашечка, ты чё алмаз закапал? На, Глёш. Юморишь. Бери каждый цвет по одному. Взрывная. Ладно, я возьму, пофиг. Так, один цвет фиолетовый, один цвет розовый. А можно спереть? Ну что, купил краски. Ладно, переть я ничего не буду, я же все-таки не... Воришка какой-нибудь. Все, я взял. А что такого может было засканить его? Засканил маму-то, и это была моя мама. Нет. Здесь ничего нет. Флашечка, где еще продавцы? Все. А мы все купили? Подожди, надо мне посмотреть по крафтам. Так, значит, слизь мы взяли, цвета мы взяли, бургер, сквиш мы можем сделать, бетон. А, нам надо еще купить. А мог бы... О! Нам надо еще красители взять. Еще по одному цвету. Чтобы сделать Simple Dimple. А, ну типа, да. Подожди. Не типа, а да. А здесь нет, знаешь, какого оранжевый есть? Я что-то туплю. Сейчас мне надо сообразить башкой. Моя башка раскалывается. Розовый, синий, голубой. Да, все есть. А вот ты где? Идем? Мы все, типа, все. Да, пошли. Хорошо, всё, мы закупились? Закупилась кукла Мивра. Ноги не сломай. У меня твой глаз на вилке. Продвинутый попытер, здорово, мы пришли, мы уже немножечко симплим-димплим, так сказать, попытим. Ладно, еще нет, но мы скоро будем. У меня заскамили, у меня всего 13 баксов. А, так у тебя выкладываю. Дополняй. Ну еще надо 5 баксов. Зажало. Вот тебе чикенбургер продай, тогда и будет. А у меня он не покупает, он не хочет жрать, он не голодный. Все, отдай сюда. Так, значит, арбизы, смотри. Да я сожру. Хочешь пощупать? На, держи. Да, хочу, где? Вот. Какие мусы, моя. Блин, они такие красивые. Да. Как будто на ребёночка смотрят. Их так кайфово трогать. Они, хотя они такие, как сказать, в руке перекатываются. Давай и сюда. Воду, и влажные. Воду как раз тебе надо. Ой, смотри, а кое-какой засранец попался в лодку. Ха-ха, униженный просто, попущенный бот. Бот реально.
Да это же бот, да, Флашечка? Это бот-робот вонючий. Давай я тебя телепортирую, чтобы не случилось. Вот он, попущенный бот. Просто позор. Ладно, все, пойдем, короче, от этого просто кринжового Лил Кристалла. Ой. Чего? Лил Наггет. Кринжовый Лил Кристалл. Так это рэпер, понимаешь? Ну, вот этот Лил Наггет, это рэпер. Мы же такой Никси. Мистер Нейсик. Так, ладно, все. Лил Наггет. Держи, короче, первое. Лил Наггет. Лил Наггетс. Забирайся. Ой, я красный цвет забыл взять. Ё-моё, я пошел на блошиный рынок, это пока крафти. Ох, все, я вернулся наконец-то с блошиного рынка на красный цвет. Долго там был, конечно. Ну, простите, я же не мадам, мадемуазель. Нет, прости. Ё-моё, надо на покраску идти, я снова пошел. Господи, я уже так устал ходить. На, забирай свою крафти уже мне, знаешь что? Давай сначала с... начнем с Simple Dimple. Вот тебе 4 блока. И получается, давай. Получится сейчас Simple Dimple. Puppet Squish, Puppet Squish. Так, а я тебе пока что ниточки дальше закину. И ты как раз свяжешь антистресс из этого. Ага, получается, да. Все правильно. Дальше Puppet. Сразу тебе скидываю все цвета Puppetерские. Вот так вот крафт этот выглядит. Вот мы сделали попыт, можно сказать. Simple Dimple. Вот она сейчас свяжет вот эту вот фигню. И получится вот этот вот антистресс с шариками, арбизы. Так, и остальное это бургер. Бургер надо сделать. Еще это, конечно же, настоящие котлеты, которые из окраски. Все мы это покрасим. И типа превратится это в попыт. Ой, в какой попыт? Не в попыт? А в сквиш. Сквиш, вот именно. Так у нас будет съедобный сквиш какой-то. У нас будет съедобный сквиш, да. Ну, в принципе, давай, ну, блин, посмотрим, может, у нас всё-таки крафт. А что мы будем первое делать? Подожди, так это крафт, Фласочка, поэтому оно может превратиться в сквиш. Давай, крафти, просто все подряд сразу делай. Все прям давай. Я жду. Сквиш, готов. Угу. Так, сейчас вяжу эту сетку. Угу. Вот, все, готово. Вау, у тебя даже антистресс. Арбитики еще остались, вот. Прикольные. Да. Антистресс. Теперь я сейчас сделаю. Чуть-чуть. Все, я сделала Simple Dimple. И остался только попыт. Вот, забирай. А нет, сквиш еще остался. Ой, блин. Ой, Simple Dimple, мне Simple Dimple. О, вот, сейчас. Все, я сделала сквиш. Блин, а ведь права была в песне Simple Dimple. Маленький, красивый, а попыт большой и милый. Ой, милый. Давай, забирай сквиш. А мне нравится, а попыт совсем крутой. Сквиш! Вау, прям как на картинке. Какой няшный. Да, прям в точь-точь. Пупси-пупси. И все, и попыт. Все, я все сделала. Красава. Ну это же не SCP, я так понимаю, да? Я, короче, знаешь, что хотел? Нет. Я... О, смотри. Подожди, сначала офигеть, мы исполним. Попыт большой. Simple Dimple, маленький красивый, а попыт большой и милый. Большой только и... в руках он больше выглядит, конечно. Вообще, ой. В два раза. Пипец. Дай мне попыт. Я хочу попытик. И сквиш на тебе. А у меня, короче, у меня белые, у тебя офигеть. Такие. У тебя цветастые, у меня более белые такие. Да. Ладно, теперь идем в SCP-лабораторию превращать это все в SCP. Короче, мне это очень дорого стоило сделать вам SCP-антистресс, SCP-сквиш, SCP-попыт, SCP-симпл-димпл. И поэтому, знаете что, я попрошу вас только об одном. Поаккуратнее с этими SCP. Я сейчас вкратце расскажу, что они вообще делают. Смотри, SCP-антистресс, если ты на него не нажимаешь, он тебе вообще может поменять биом совсем другой, типа того. И текстура меняет, вот. А SCP-сквиш, честно говоря, я не знаю, что он делает. Далее SCP-Simple Dimple. Тоже не особо знаю, но не советую нажимать, слишком опасно. SCP-попыт делает страшные вещи. Типа, знаете, когда нажимаешь, может быть неожиданный... Ну, какая-то фигня произойти, что-то неприятное. Ну, в общем-то, я думаю, вы все усвоили. Теперь марш вон из кабинета, чтобы я вас не видел. Потому что, знаете, когда останется от руководства, если они узнают, что у вас SCP-сквиши по моим созданиям сделаны реально по моему производству. У меня только вот эти пацаны, они меня поддерживают и как бы будут таить все в тайне, короче, хранить. Ладно, все, валите. Ну и пойдем. Не, чё такой злой? Тьфу на тебя. Ну, его можно понять.
Ну да, можно. Так, здесь надо обязательно гейм-мод врубать, чтобы вот так открывать двери. И теперь мы можем валить. Меня дверью зажало. Осторожно. Ладно, Флашечка, смотри, предлагаю тебе не нажимать пока что, а обдумать, что вообще они из себя представляют. Вот положи их на полку, короче. Вот так вот посмотрим. Оп. Оп. Откуда у тебя? Оп. Я не вижу. Во. А ты видишь мои? Вот. Нет, я вижу только свои. А я твои не вижу. Я твои тоже не вижу. Ну ладно. Достань, короче, Simple Dimple попыты. Давай пока посмотрим. Я сейчас буду с тобой обсуждать. Смотри, я думаю, что мы можем только... Ну, мы имеем право только на одну ошибку. То есть, один раз нажать. И давай думать, на что бы ты хотел нажать. Я вот антистресса, в принципе, жмякал. Или не... Не, вроде я жмякал. Сквиш я... хочу на Simple Dimple. Угу, окей. Попыт я жмякал, я помню. Антистресс я в жизни жмякал. Сквиш я вообще не знаю, это, наверное, просто еда. Ну, типа еда, ну просто жмякать, да? То же самое. Угу. Ну и вообще она просто по красоте прикольная. Ну, типа. Ладно, тогда Simple Dimple, типа. Потому что я его не жмякал. Давай? Да, давай. И? Подожди, не нажимай. Стой. Отойди вот туда вот. Отойди вот туда. Ну что ж, Флашечка, что, будешь сейчас нажимать Simple Dimple? Да. Пожалуйста, только осторожней. Все, я жмякаю. А, не надо! Ой, ладно. Наша, и чё, пофиг? Все нормально? Массовая черная дыра? Ты это видела? Офигеть, да. Меня притягивает. Вот. Меня тоже. Помогите! Ой, черт. Ты чё? Ты бачишь? Бачишь это? Я не могу отойти. Вот она бака. Бака, баками только называют баки, бак. Все, мы застряли. Я врубаю гейм-мод, я хочу... Вау! Классочка, срочно сюда! Ааа, какая красота! Блин, меня чуть не убило. Вау, она просто все жрет. Бедная SCP-лаборатория. Ааа, чики-бапуа не съела! Кого? Чики-бапуа не съела. Бедняжка. Смотри, а если из гейм-мода выйду, что будет? Ой, бедная корова. А мне нормально. Еще будет взрыв? Не думаю. Все, прошло. Прикольно. Ну ладно, короче, больше нажимать не будем пока. Вот мы и так испортили лабораторию. Наверное, Нубик очень зол. Блин, ладно, все. Ну его нафиг. Надеюсь, тебе понравился этот видосик. Ты поставишь на него лайкусик. Подписывайся на канал вот этой вот милашечки няшной, которая справа, слева меня. Пупчики. И на меня тоже подпишись, если ты, конечно, хочешь быть няшкой пожизненно просто. Куда бы ты ни зашел, ты няшка. И, конечно же, не теряй!